Дорогие друзья, здравствуйте! И мы с вами находимся на последней экспериментальной игре «Думай, знай, познавай. Суперблиц». Весь февраль мы определяли, какое количество вопросов идеальное. И продолжаем определять. И сегодня, как я сказал, последняя игра из этой серии. И мы подготовили очередные 5 вопросов. И хотим задать их очередному нашему участнику. Не вижу ничего против. Пойдем задавать. Здравствуйте. Присядьте, пожалуйста. Екатерина. Ирина. Артем. Артем. Ярослав. Отлично. Меня Кирилл зовут. Ну что, ребят, 5 коротких вопросов. Давай. Значит, задаю вопрос, вы думаете над ответом, совещаетесь, и после этого даете мне ответ. Каждый свой ответ оцениваете минимум в 1 балл, максимум в 5. Задача ваша набрать 15 баллов. Ну что, поехали. Первый вопрос. Известно, что помощники профессора Чудакова являются фиксики. А какие существа являлись помощниками Эрики в одном из полнометражных мультфильмов? Знаешь? Я мало смотрю. Помните мультфильм полнометражный? Фиксики против... У нее были роботы. Роботы, а как их называли? Крабы такие вроде. Кработы? Кработы. Ну, как вариант. Можете так отвечать. Да? Краборобота. А насколько уверены? Ну, на 50%. На 50. Ну, надо или 2 балла, или 3 балла. Ну, думаю, 2 балла. 2. Кработы, это правильно, действительно. Это кработы. Второй вопрос. Один раз во сколько лет наступает високосный год? В 4. В 4. А на сколько уверены? На 100%. До 5. На 5. На 5. Действительно, это так. Раз в 4 года. Ну что ж, 7 баллов в вашем активе. Дальше. Какими 5 словами заканчивается гимн России? Сейчас он каждое утро исполняется. Полный текст. Какими? Гордимся тобой. Вроде бы так заканчивалось. Мы гордимся тобой. Мы гордимся тобой. Это 3 слова. Ну, а надо 5. Гордимся тобой? Нет. Славься, страда, мы гордимся тобой. Понятно. На сколько оцениваете ответ? 5. Это действительно так. Славься, страна, мы гордимся тобой. 12 баллов. Дальше. 4-й вопрос. Кем, согласно сказке про Алёнушку и братца Иванушку, можно стать, если выпить из козьего копытца? Козлёнком. Козлёнком. А может, каким-то там барашком? Не, козлёнком. Коровкой? Козлёнком. Понятно. Насколько уверены? На 5. 17 баллов. Это действительно так. Последний вопрос. Тестовый вопрос. Будет 4 варианта ответа. Какой или какие предметы одежды пришли на смену портянкам? Носки, шапка, шарф или перчатки? Что у нас пришло на смену портянкам? Носки, шапка, перчатки или шарф? Что такое портянки? Ну, кто, наверное, ну, кто зашивает... Понятно, это вещь. Ну, да. Это вещь, которую носили. Не знаю, мне кажется... Перчатки. То есть за место портянок сейчас носят перчатки. По-моему, будут носки. Носки. Как думаете? Ну, думаю, носки. И... А на сколько думаете? Думаю... На 3. 3. На 3. 20 баллов набирают ребята. Действительно, это так. Это сейчас носки. А портянки – это такие куски материала. Ими обматывали ноги и одевали их. И сверху одевали сапоги. С тем, чтобы было тепло вместо носок. Итак, ребят. Специальные эксклюзивные браслеты победителя. Пожалуйста, берите. Покажитесь на камеру, похвалитесь.
Сейчас и вам. В другом кармане. О. Держите. Спасибо. Пожалуйста, покажите. Похвалитесь. Зрителям телеканала «Видное ТВ». Да. Ребята молодцы, ответили на все вопросы, набрали 20 баллов. Ура! Ну что, спасибо вам огромное. Смотрите нас на телеканале «Видное ТВ». Удачи вам и хорошей учебы. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.